сколько, 2 года я не была, и здесь также живут люди. Злиться, что снимаю. Амашим ты хичким сейок? Бен хатерли йорум онлары. Не заманы ульдюльду. Идем с свекровью на прогулку. Она мне куда-то ведет, непонятно. Вот такие улицы. Ну и хорошие тоже дома. И да, Эвлер ворует дворасы. Ну такого дворика, как у моих родителей, нету. Это Еневе. Еневе. Смотрите, как красиво здесь, а? Я здесь еще не была. А Бурада Инек вар Олабелир? От. Инеклери. Бурада Гидьорус Олабелир. Видите, там ферма. Как интересно, свекровь меня, видите, как водит. Ахар дурю, ахар ордада инеклер вар бах. Там коровник. Коровник. Знаете что, вот дома здесь от 50-100 тысяч. Но если есть участок земли, тогда дороже. Наш дом 150 тысяч сейчас стоит лир. Понимаете, такая. Далеко здесь, никто не приедет. Да? А, Бурат. А, Енев. Енев? Видите? Какие цветочки, какая красивая собака. А, Бурада да фитнес я пьёрла. Спор. Парк Бурасы, парк. Вы видите, парк здесь тоже есть. Вы что думали? Парк. Окул орда каршия дильме. Окул. Окулом шиишта топанила чудо. Окулария. Вот так. Живут такие домики. Она мне говорит, что снимать, что нет. Друзья мои, мне дали возможность их поснимать. А смотрите, какие холёси и колёвки. Вами кусаются здесь. Как... Посмотрите, как их много. Как их много, посмотрите. А, суп. Коровники. Их тоже кусают, смотрите. Видите, друзья мои, по-моему, здесь молоко. А, молоко вот так. Качтаны воры! Посмотрите, какой холёсий! Ой! Ени догду! Посмотрите, он только родился. Юрий Миорхич! Бак, калк миор. Калк, баксын, заивчок. Ой, миссы, неисы. Неисы, на. Только родился недавно. Посмотрите, какой хороший. Ходить не умеет. Юрюшин, да, бель миор, дильмы. Вот. Видите, какая сегодня панорама, сколько коровушек. Только родился, вы видите? Да он, япты. Ши. Друзья мои, он только родился. Не, да он, япты. Как интересно. Конечно, он только что родился.
Да, моя хорошая, как она на меня смотрит. Да. Ой, сколько здесь мух. Вы представляете, здесь жить? Тут сожрут же. Меня уже сожрали, друзья мои. Только родилась. Сейчас что будет делать? Маленький, ты дурачок такой. Какая ситуация интересная. Я попала. Благодарю мою анемчика. А это такие хорошие. А, это черная коробка, как на нее смотрит. Анем. Анем, айстер. Кавга, кавга и дерна. Анем, айстер. Ой-ой-ой. Какие хорошие они. Отдохнешь. Ага. Что-то она ко мне неравнодушна. Какой я вам фильм снимаю? Только она ко мне неравнодушна. Вы видите? Анем бедилим бен. Хады, 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 Юрюш, я. Эвет, эвет, эвет. Давай, 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 первые шаги. Гидиоро, анем. А, чайор, мама его зовет. Ай! Друзья мои, тут вообще мухи кошмар как кусаются. Ой, ми, как кусаются. Вот это жизнь коровья. Куда он, куда? Ходить не умеет, только родился. Ага, эвет. Она что-то хочет помочь себе. Мешает ей там сзади. Плод. Плодное место, да? Да, мама. Да, да, да. Сейчас еще у нее это должно выродиться. Эвет. Мучилась и родила. Как интересно, друзья, куда я попала вообще в мир коров. Коров. А вот и я с коровами, турецкая невестка. Моя свекровь, все смотрят на меня, я тащусь, посмотрите. А, видите, видите, вот где я. Вот. Вот мы пришли к подружке свекрови, вот такой дом у них сзади. И вот во дворе такой коровник. Невестка. Представляю, сколько дел у невестки. Здесь не такой, видите, дворы нет, не столько цветов, как у моей анемчика. Очень интересно так. Вообще, редкие кадры. Меня сожрали. Друзья мои, меня сожрали мухи. Ее заловка. Целая ферма, смотрите. Смотрят, говорят, невестка, ее муж и сын, и дочь у них. Вот доят. Очень много времени нужно, чтобы... за ними ухаживать, правильно же? Друзья мои, анемчик сказала, иди, говорит, иди поснимай здесь все. Так что вот, она мне дала разрешение. И я вам покажу, как живут другие люди в деревне. Овцы. Вот хозяйственные. Именно они фермеры, да? Смотреть их, сколько надо денег, да? Мне кажется, вот это молоденькие там, они растут все. Распределили. Это мужчины. Посмотрим, это мужчины. Бычки или нет. Вы кто, друзья? Бычки, бычки. Бычок-то, бычок, я понимаю.
И те молодые бычки. Всех кормят. У всех ужин. Как интересно. Подружка ее по огороду ходит, собирает. Такая добрая женщина. А молоденькие сюда пришли, видите? Прибежали. Травку пожевать. Какая большая территория у них, да? Наверное, и там их кукуруза тоже. Всех накормить, всех посмотреть, всех подоить. Короче. Помидорчики не такие, как у мамы. Вверх. Перчик. Какая молодец. Ради нас пришла и собирает этот перец, чтобы угостить. Вот такие люди здесь живут. Невестка, как ишак, видите, работает. И туда, и сюда. Еще и сладкое нам нас угостило. Знаете, что печенье залила кремом и шоколадом. Все, мои дорогие. По-моему, такое видео интересное про ферму. Про жизнь деревни, вот турецкую, как тут занимается фермерством. Будет вам интересно. Мы сейчас так с ней поговорили хорошо, с этой невесткой. И ей, оказывается, 43 года, я ее обняла, я говорю, какая ты молодец. Она говорит, вот этих всех она смотрит, вот этих, потому что, говорит, я не могу, говорит, их доить там. Она попала в аварию, и у нее что-то там с тазобедренным, сидеть не может. И вот этих она всех смотрит. Смотрите, как они ждут ее. Какая она хорошая, обнялись. Меня ее обняла, поцеловала ее. Она говорит, ты, говорит, на 50 не выглядишь. Бедная она, вот у нее столько такого хозяйства. И вот эти хорошие тоже. Коркма, коркмаин, коркмаин. Хороший бычок, да? Эти ждут. Да-да, Гелиор, Гелиджек, Шимди, Гелиджек. А, Гелиор. Вот так она возится. А муж, говорит, занимается этим, доит этих тех коров, но, говорит, у них аппарат. Вот. Афетолсун. Афетолсун. Burada gençleri değil mi? Gençleri. Siz sadece süt ve et de alıyorsun. Et de. Et yok yani bizde. Et yok. Sadece süt. Süt alıyoruz, veriyoruz. Aa, peynir yapıyorsunuz ve sadece... Yok, ablam yok. Biz satın alıyoruz peyniri falan. Они только делают Yapamam молоко. Yapamam ama peynir falan. Не делают это, потому что только молоко. Tabii ki zor o hep yapmak. Bir litre süt ne kadar sizde? 10 lira ya. 10 lira. 10 lir stoit litr molaka. Prodayut oni. Вот смотрите. Какой здесь труд. Как он надо мысль бак. Я и говорю, бак ты мне. Там их не говорит плантация кукурузы. Да, вот такая невестка, 43 года, и ничего не видит. С 5 утра до 9 вечера она здесь. С 5 до 9 вечера. Поэтому, девочки, цените. Ну что мы цените? Мы каждый выбираем, да, свой путь. Знаете что, у каждого своя судьба, но судьба предоставляет несколько вариантов, чтобы вы знали. И этот самый лучший вариант вы должны выбрать. Говорят, судьба есть судьба. Судьба, но вы... Вправе все изменить сами. А вот посмотрите, какой у нас красивый дом. Какой у нас красивый дом. Какой у нас красивый сад. Вы видите? Специально я вам сделала, показала разницу, как красивый у нас. Точки там, точки. Вот. Ухоженный такой сад, обалденный. Меня там люди сожрали. Мухи сожрали меня, мухи. Все, пришли мы домой. Кто нас дома ждет? Посмотрите.
Какая красота! Ну вы видите? Рай! Всем доброй ночи, друзья мои! Я вам никогда не снимала, вечерний пейзаж. Как у них здесь? Что могу вам сказать? Светит. Звездочки светят. Огородик, цветочки. Вот наша прихожая. Мы уже сумки собрали. Сашка, вам уже начало второго. Я только-только все приготовила. Отсюда вот видно окошечко. Наш телевизор. Улочку покажу вам. Так прохладно, ветерочек. Прохладно, друзья мои. Такой ветерочек приятный. В Мерсине будет сейчас такая духота. Решили с мужем вот так покайфовать, подышать на воздухе. Родители уже давно спят. А мы с ними как... Ну, вот луна светит полная. Уже полнолуние, да? Как интересно. Сегодня полнолуние. Ух ты! Отлично. Так что вот так, мои дорогие. Спокойной ночи вам, а я буду заканчивать. И ждите моих новых видео уже в дороге, как мы поедем на поезде. Будет очень интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии, мои дорогие. Спасибо родителям огромное за гостеприимство. Спасибо этому огороду, который нас кормил. И который вот одарил нас овощами. Спасибо за тепло, за гостеприимство. Этому дому, который нас приютил на 9 ночей. И до скорых встреч. Пока-пока. Деревня Кызылча. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.